Итак, друзья, всем привет! На рыбалке. Время 6:53. Первая поклевка. Ох, як давит, как один блогер говорит. Ты шо, ты шо? Да ты шо? Ой, как хорошо. Ого. Серьезно, шось. Точно не маленький. Так, подзак берем. Думаю, возьмем подзак на всякий случай. Давит. О, хорошая рыба. Хороший, наверное. Ах, какое же это удовольствие. О, да. Судачара, ёппоюныхай. Офигенный судачара. Так, беру в подсаку, бо сейчас еще уйдет. Красавчик. You can tell by the way she walks out, she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in the eyes that no one is so changed. Бычок попался шикарный. Красавчик. Бычки, конечно, це песня. Офигеть. Який шикарний бичок. Давай, пошел. Опс. Очередная поклевка. Уже не знаю какая. И что-то тоже ударила хорошая. Сопротивляется. Ух. Ух. Люблю, когда сопротивляется рыба. Судачок небольшой. Но сопротивлялся как большой. Мы его отпустим сейчас. Красавчик. Давай, по папу и по маму. Дуй. Ну, на жабры, на багры. Давай, давай. Ну. Опс. Молодец. Так, ребятки, еще поклевочка. Наконец-то я ее выждал. И тоже что-то хорошенькое идет. Ах, как упирается. Ты шо, ты шо? Как говорил один блогер. Ты шо, ты шо? На рыбалке. Ого, ух ты, тяна я. Ух ты. Ух ты, подсачку наготовим. Иначе удача. Ух ты, ух ты. Ух ты. О. А не, маленький. Маленький забагрился. Мы его отпустим. Вот такой судачок. And then she say, it's alright.